Почти 350 человек погибло. Большая часть из них дети. Эта тварь по-прежнему гуляет на свободе, а мы ни хрена сделать не можем. Все понял? Да, записал. Есть. Чего? Что ты делаешь? И... Старший лейтенант Сабетов, встать! Смирно! Егор! Да, милая. Ты жив, я жив. Товарищ старший лейтенант, готово. Да, мы имеем к этому отношение самое прямое. Да не ранен я, сидим в кабинете, оригами делаем. Милая, прости меня. Да, я не знаю, когда я приеду. Прости, не могу говорить, не работает. Товарищ подполковник, разрешите обратиться. Обращайся. Накануне 1 сентября снова заработал спутниковый телефон. Тот самый, с которого звонили из дома отца Базгарева. Кто звонил? Определить невозможно. Спецы полагают, что с территории Ингушетии. Кому? Тоже пока не определили. Кто звонил, неизвестно. Кому звонили, неизвестно. Отличная информация, Тимур. Нам удалось установить, что звонили в Дагестан. Махачкала, Менделеевская улица. Это частные дома. Тамошние ребята засняли всех жильцов. Придется проверить каждого. Фотографии есть? Есть. Давай. Ну что ты молчал, Тимур? Вы сами приказывали докладывать только проверенную информацию. Человек Базгаева, я его знаю. Так вот здесь тоже можно еще немного разделить. Давала капитан. По накладным. Ца, щи, ко, ди, хи, яв, бар, бар. Тай, щи, хой, тай, и, яв, хи, дырги, бери, хой. Сейчас, перейду. А, Мадина! Да, это хотел. Так это... Жаркий день сегодня. Да, жутко жаркий. Очень. Собер, где?
Что мы здесь? Пойдем в кабинет. Давайте берите ящики, сложите. Вот там. Виноград откуда? На сезон ведь? С Турции. Что тебе надо? О друзьях твоих пришел поговорить. Давай лучше сразу в тюрьму. Мне все равно недолго осталось. Я давно отошел от дел. У меня другая жизнь. Но друзей своих я не предам. А кто они, твои друзья? Я сейчас не про имена, фамилия. Ну кто они, как люди? Они мои братья по вере. А за что людей убиваете? Я никого не убивал. Ну ты, допустим, нет. Братья твои по вере. За что воюете-то? За свободу. Ну ты себе-то не лги. Вы свою свободу в 96-м получили. Войска все вывели. Самоуправление. Деньги выделили на восстановление. И что? Рассказать, что дальше было? В 3 дня все разворовали. В 3 дня. Конечно, как жить? Голод, нищета, разруха. Что сделали? К арабам с протянутой рукой пошли. А те и рады. Влили денег до черта. Но только не в экономику, в развитие. В главарей банд, в князьков местных. Ты спросил у друга своего хромого, парторга бывшего, что они там вытворяли. Ты-то сюда, в Дагестан уехал? Сбежал? Когда простых мусульман ломали, головы им резали. Хватит. Я никуда не сбегал. Мы все для вас бандиты да воры. А вы все святые. Давай прекратим этот разговор. Давай. А ну-ка, обмен наш вспомни. Когда я меняю этого мальчишку молодого, на твоих родственников собирались обменять. Хромой ведь тогда твою семью под удар поставил. Знаешь почему? Плевать ему хотелось на тебя и на твоих близких, потому что ради своих целей он любого из вас подставит. И не только вас, но и детей ваших. В Беслане половина детей, которые погибли, мусульмане были. А если бы твои девочки в этой школе учились? Осторожно так, девочки, ну отойдите отсюда. Не надо мне рассказывать сейчас о братьях своих, поверь. С кем ты, Иса? Не будем. Неужели с ним? Люди устали от войны, Иса. Наши дети должны жить в мире. Твои дочери должны жить в мире. Как с грузинами? Все готово. Ракеты купили. Осталось только переправить их из Грузии. Отлично. Шамиль, ты можешь наконец сказать, зачем тебе эти ракеты? Ты бывал в Ленинграде? Ну или как он у них сейчас зовется? Бывал в детстве со школой. В этом музее в Большом. Эрмитаж.
У тебя будет еще одна возможность побывать там. Скоро в этом Ленинграде пройдет важная встреча. Саммит, президенты, хозяева мира. Все готово. Наши люди лишь ждут эти ракеты. Ты хочешь всех убить? Я похож на безумца. Если мы их всех убьем, с кем нам потом договариваться? Кто нам будет помогать? Нет. Нам нужен лишь один человек. Русский президент. Да, Шамиль. Саммит — это хорошее место. Там легко будет вычислить его самолет. Правильно, Мурат. Это будет красиво. Россия только начинает вставать с колен, а мы отрубим ей голову. Ты помнишь, как рухнул Союз? А теперь Россия начнет разваливаться по кускам. Кавказ, Татарстан, Башкирия, даже Сибирь. Каждый захочет жить сам по себе. Но самое главное, в этом хаосе не будет никому дела до нашей Ичкерии. И вот тогда наступит наш час. Террористы — это не мусульмане. Про участь этих убийц ясно сказано в священном Коране. Тот, кто умышленно принесет смерть, его последним местом будет гиена огненная. Мы приносим соболезнования родным и близким погибших и просим Всевышнего, чтобы он даровал жертвам свою милость. Вот что сказано в заявлении Совета муфтиев России. Но я скажу и от себя лично. Многие из вас помнят, как 10 лет назад я в числе других объявлял джихад русским. Сейчас бандитская война. Сосед боится соседа, брат избегает брата, а дети, вы сами все видите. У этих людей нет истинной веры. Они несут ненависть и страх. Я говорю вам, я прошу вас, будьте истинными мусульманами. Теперь дело за вами. Есть новости? Нет. Егор Александрович, вот только что из центра пришла информация про какого-то Хлою, говорят, и запрашивали. Майор этот. Все вроде в порядке. Проходил срочную службу. Воинская часть 57-104. 57-104. Что-то знакомое. Твою дивизию. Здесь увеличено. Уже увеличено. Ничего путного. По базе прогнал? В одной базе кого нет. Позволь потревожить. А? Извините, ребят. Мне сначала показалось, что все в порядке. Даже медаль за безупречную службу имеет. Ты глянь, где он служил. С кем? Номер части. Ну, а что-то кроме армии у тебя есть? Да, Базгаев и Хлоев служили в одной части, но не факт, что пересекались. Базгаев и в Москве полгода учился. Если проверять всех, кто с ним теоретически мог встретиться, знаешь, сколько народу наберется? Равиль, да я тебе голову даю на отсечение, что это он именно Базгаева через сцепление провез. Ты это видел? Нет, Равиль, не видел. Ты вспомни, Ганиев говорил, что им какой-то большой мент помог с военным складом. Хорошо, это, конечно, зацепка. Поехали. Ты с ума сошел? Такую операцию надо готовить. Тем более он мент. Нужно все досконально выяснить, пробить. Да пробили уже. Все, Раф. Там кроме Хлоева и его жены и двух дедов и одной бабки больше никого нет. Вымирающая деревня. Поехали, начнем копать, он почует. И спрыгнет. Я не могу. Я сегодня вместо старика в управлении. Ну а ты езжай. Только Тимура с собой возьми. Студент! Thank you.
Так, ну что? Вы куда? Пойду в гости схожу. А мне что делать? В машине посиди. А вы куда? Постановление же нет. Приказ какой был? Наблюдать. Вот сиди и наблюдай. Прикроешь, если что. Да. Я слушаю. Я перезвоню, вас не слышно.
Да, я слушаю. Алло. Приезжай ко мне на работу. Буду ждать. Сегодня. А завтра нельзя? Нет. Приезжай. Сейчас. Боюсь, передумаю. Ну что? Садись в машину. Короче, как хозяин придет, сразу мне позвонишь. Мне отъехать надо, я тебя сейчас после моста высажу. Вообще, о любых шорохах мне докладывай, сам ничего не предпринимай. Меня жди. Почему я подозреваю? Дорогу в неположенном месте пришел. Слушай, ты же у нас калач чертый. Не знаешь, кого мы ждем? Гляди в оба, главное. Шамиль, не знаю, он связывается со мной, когда ему это надо. Спрашивает, как идут дела. Когда будет готов товар в Грузии, ты должен его переправить через таможню в Россию. Что за товар? Он не говорит. Когда это будет? Не знаю. А что, у него есть свои люди в таможне? Я должен сам найти такого человека. Не надо. Мы найдем тебе его. Эй, Лиса! Лиса! Врачи хорошие. Хорошо. А то у меня дочери. Ты сам видел, какие. Одного не могу понять, за что мне такое счастье. Не знаю. Может, за то, что для людей сделаешь? Здравствуйте. Солнце хошкует. Дикто, вайлас. Тига хай молула. Дикто.
Дайте ему слушаю. Только что подъехал Хлоев, похоже, с женой. Может, я поближе подойду? Понимаете, тут... Понял, сиди, не высовывайся. Я скоро буду. Продажный таможник. Это правильно. Я сообщу Шамилю, что у меня есть такой человек. Угу. Теперь иди. Я тебе позвоню. Цен хуш, дерц, хузавуй. А подвал, что оселение льох шамацари. Садавик, что ты ахьев мау алахуз. Ешь мне дерц. Вохан, ухчурчин голос. Лул хош кеханис. Хайряда. Мечу еда, ларти ауя, любой момент ее бах мегиш. Изюш, сугуру эц. Из халаририю. Зачем ты волосом волцеляху? Сан да уеду еще. Воду. Цай долчак, илу юя, цаустизвай. Тимур! Уснул, что ли? Тимур! Подвал чисто. Выводим. Давай оружие сюда. Сдать оружие. Товарищ генерал, это было мое решение. Операцию санкционировал я. Права оставлять Тимура одного. Ни по-человечески, ни по уставу, но не имел права. ...25 лет, двое детей. Я ездил на встречу с Осой. Да что тебе этот Исаак? Бывший бандит и пособник бандитов. Да, но это наша последняя надежда. А он подтвердил тебе, что из Грузии повезут именно по ЗРК? Базгаев ему не обо всем рассказывает. Или Иса тебе! Если предположить, что Базгаев купил ПЗРК в Грузии, дело хуже некуда. Помните кальки, которые нашли у дома отца Базгаева? Эти выкройки, что ли? Ну да, да. Только это не выкройки. Это копии маршрутов самолетов Москвы и Санкт-Петербурга. Можно представить себе, что Хромой может натворить, если получит ПЗРК. Похлеще Беслана будет. Слушайте, но другого способа подобраться к Базгаеву у нас все равно нет. Насчет оси, товарищ генерал,
Люди меняются. Вон после Беслана сколько людей поменялось. Иса повезет груз Базгаеву. На российской границе его пропустит за взятку таможенник. Этим таможенником буду я. Но этот Исахов понимает, чем ему это грозит. Александр Николаевич, он хочет закончить эту войну. Чудищен хундак, делол да дышел чах. Айса, хан ты кайакши. Хош, Шамиль. Кайан машин, гюрча, хлиесон. Рамиль, где? Да здесь где-то. Рамиль, не видел? Там, в каморке. Товарищ генерал, приятного аппетита. Спасибо. Короче, Базгаев звонил ИСИ. Через 3 дня из Грузии нужно переправить очень важную посылку. Содержимое пока неизвестно. Вот ИСИ выбрал машину, это будет КАМАЗ. Прислал фотографии. Он должен перегнать его из Грузии в Ингушетию, в село Тарское. А там его должны встретить люди Базгаева. А если грузины машину будут пасти, маячок туда поставят? Или вообще все это операция, игра Базгаева, чтобы нас накрыть? А твой ИСА работает на них. ИСА, я верю. Я предлагаю заминировать КАМАЗ и взорвать его вместе с Базгаевым. Ну, это в случае, если Базгаев сам лично приедет встречать машину. Да слушайте, он так ждет эти ПЗРК. Он даже сам участвовал в нападении на воинскую часть. Я больше чем уверен, что и здесь он будет встречать лично. Надеюсь. Очень на это надеюсь. А КАМАЗ как ты думаешь минировать? На ходу? Нет. Базгаев думает, что КАМАЗ пойдет определенным маршрутом, а ИСА знает более короткий путь. Вот так нам сэкономим 2-3 часа. Перекуси пока. Весь день тренировались, взяли КАМАЗ такой же. Ну и собирали, разбирали, заряжали на время. Успеете? Должны. Ты же догадываешься, что, скорее всего, КАМАЗ они заминируют? Базгаев, грузин, это не важно. Как подойдете, а он... Да, понимаю. Своим звонил? Угу. Ну, как говорится, не пуха. А ну, давай на меня!
Волнуешься? Жара жуткая. Ну что ты хотел, 40 градусов в тебе? А у меня полбутылки воды. И в кабине кондиционера нет. Давай минералки принесу. Не надо, не суетись, не привлекай внимания. Пропускайте. Апельсины пошли. Телефон. Да. Ну что там? Я бы вот тоже хотел знать, что там. Айса, декладывалась. Докамелда ищется. Хаволч машин, что-то стой поруан. Сумел бухар, хош, ирдуа. Что тебя, Хит? Поехали. Ну что? Значит, Лоиса с ними заодно сдал нас все-таки? Зачем же он тогда поехал-то вообще? Маяк дал поставить. Скорее, Базгаев Асе не доверяет до конца. Черт. Еще и машина сопровождения.
Наружка работать не сможет, сразу засекут. А что нам наружка у нас беспилотник? Беспилотник скоро станет бесполезным. Вот-вот должны начаться сильные порывы ветра, и он не сможет работать. Операцию. А ПЗРК Базгаеву отдадим? Вызовем военные вертолеты. Ты позвонишь ИСЕ, чтобы тот вышел из машины, и разнесем КАМАЗ. Равиль прав. Другого выхода нет. Подождите. Хорошо, эта машина сопровождения. Она что, за ними всю дорогу будет ехать? Думаю, нет. Не рискнут. Не рискнут. Понимаешь, что могут КАМАЗ засветить? А ведь дальше несколько постов ГАИ. Наверное, до них. Беркут, увеличь картинку. А на каком отрезке дороги они могут остановиться? Да где угодно. Что там? В общем, ничего, все пусто. Только заправка. Только заправка. На КАМАЗе по горной дороге до заправки часа полтора. Мы можем там оказаться за 30 минут. А можем успеть. Заправь до полного. Дай мне воды, а? Пару бутылок дай. Давай лучше три. Иса, заплати! Воду не пей. Сколько? 750. Сдачи не надо. Спасибо, брат.
Будешь? Не надо. А то я весь потом и зайду. Хайш урдутхо. Так что? Все, что ли? Все. Похоже, операция переходит в финальную стадию. Ну что, Александр Николаевич? Работаем. Здорово. Ну как ты? В порядке? Давай, отдохни пока. Вот что у него. Внимание всем. Машина заряжена. Повторяю, машина заряжена. Как поняли? Вас понял. Принято. Все нормально? Ждем заключения взрывотехников. Не можем пока. Ну что? Внешний заряд обезврежен. Можете работать. Работаем.
Одна такая дура в Каспийске 30 человек положила. Ты глянь, все в масле. А пузырька где? Все проверили. Времени нет, Равиль. Надо ставить нашу начинку. Готов закрывать. Погоди. От Тимура привет. Придется быстро, он скоро начнется. Успею. Дорога там тяжелая, но она сэкономит время. Боишься? Ну ничего, передашь КамАЗ Базгаева и сразу обратно к дочерям. Я договорился. Если что, они позаботятся о моих дочерях. Единственное, прошу тебя, проследи за этим. Хорошо. Конечно. Но я тебе обещаю, ты вернешься обратно. Ты, главное, помнишь, что мы всегда с тобой. Помимо камер, в кабине мы установили еще и микрофоны. Мы тебя слышим и видим. Если что-то нужно будет, ты говори, мы тебя поймем. Отдаешь КамАЗ и сразу уходи. Помни, что на машине везде камеры. Мы не взрываем, пока ты не уходишь на безопасное расстояние. Дашь нам знак вот так. И уходи подальше. Рванет сильно. У тебя будет минута. Понял. Иса, мы не взорвем, пока ты не дашь знак. До встречи. И силен же ты спать. Часа три сопел. Устал я. Старею, видимо. Это мы где сейчас? К Майскому подъезжаем. Основное взрывное устройство и камеры на КамАЗе работают по обычной мобильной связи GSM. А маяк по навигации GPS. Ты не мудри. Проще. Ну,
По сути, детонатор – это тот же мобильник, который принимает сигнал и передает его на взрыватель. Мы с таким устройством этот КАМАЗ жахнуть можем хоть из Австралии. Не может оно взорваться от какого-нибудь случайного сигнала? Да нет. Чего? От какой-нибудь смс-ки. Он мне на телефон постоянно приходит. Пластиковые окна предлагают купить. Задолбали. Вот такая вот спровоцирует взрыв. Да нет. Он принимает только наш сигнал. Он работает на определенной волне. Взрыв инициирует строгий набор символов. И от сотрясения он не взорвется. Понятно, понятно. На пенсию пора. Жизнь совсем отстала. Ничего не понимаю в ваших мобильниках. По мне так лучше Стечкиной Калашниковой нет ничего. Просто, понятно и надежно. Двигатель стучит. Надо что-то делать. А что делать, а? Иса. Твою дивизию. Иса, что делать-то? Чё ты молчишь-то? Не знаю! Не яблоки же пител! Смотри, люди собираются. Это же опасно. Эй, дай проехать! Сейчас две минуты, подождите, мотор закипел! Подождите, у нас это... Мужик, прощай, что случилось? Что-то... Не знаю, сейчас посмотрим, движок, что-то с движком. Я что, непонятно говорю, что ли? Давай, сейчас, уже. Две минуты и поедем. Чего вы непонятно? Сейчас, две минуты. Давай зашел, зацепим, уберем машину. Да не надо, какой брос, убери, я говорю, давай, не надо. Зацепим, послушай, я тебе говорю, сейчас, две сейчас закипела она, сейчас уедем, говорю. Слышь меня? Давай зацепим, уберем машину, времени нет, ехать. Что ты понимаешь или что? Я же не по-русски говорю. Движок забрал. Давай, давай, поможем, поедем. Сейчас, минутки две, мы сейчас сами разберемся. Хорошо. Здесь дети. Товарищ генерал, что делать? Черт, я знаю, что делать. Звонися. Да. Свяжись с Базгаевым. Ох, бараны, а! Ну что? Все. Заглох. Звони Шамилю. А это что такое? Куда делось изображение с беспилотника? Долзих! Куза, Олеги! Вал, вал, вал!
Машинчок, собрди. Сигнал маяка. Ну, а камеры на КамАЗе? Камеры работают, но по ним ничего не определишь. Горная дорога, она везде одинаковая. Вот она, ваша хваленая техника. Ну, чего тянетесь? Подключайте наружку. Постой, Нарвел. Я могу ехать домой. Шамиль Вугогалович. За руль, ха. Едем. Собердиться же. Кесть-то хочешь. Сообщила, КамАЗ выехал, но не к Тарскому, как мы ожидали. А куда? Неизвестно. Дальше следить нельзя, могут обнаружить. Слушайте, да какая разница, куда они едут? У нас камеры на КамАЗе. Как только хромой появляется, мы его сразу взрываем. А если Базгаев назначит встречу где-нибудь в городе у Калашкова, тоже взрывай? Хромому опять повезло. Сигнал маяка появился. Все-таки Бог есть. Есть. Показывает, что они остановились на окраине села Икажево. Пошло движение.
Главное, чтобы хромой появился. Чеше мети. Все ходи. Ассаламу алейкум, Иса. Ва алейкум ассалам. Макан велиха. Дикбал гиа. Баркалум. Шамиль. Мурат. Баркалум. Тиш мина услуга. Баркал Шамиль. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Хайел, не арсих. Долили. Кто хлел, хайел? Он. Шамиль. Сойчок, кадвилла. Инса да айшарю айса. Баркалам. Айса, сабарди. Оди асу. Башир, ака оди инструмент. Айса, аудо. Башир. Он. Жми. Ждем. Сигнал. Жми. Ждем. Жми! Ты обещал идти. Аллах Акбар. 10 секунд. Жми. Смотри, похоже его
Сдадим на экспертизу. Базгаева. Точно его. Подождите, мужики. Спасибо, мужики. Хорошая работа. Ладно, поехали в управление. Дело еще не в проворот. Да, Танюш. Ну чего ты молчишь? Алло, Тань. Ну как дела? Мишка как? А ну-ка дай ему трубку.